Сахар 50 грамм поставила на средний нагрев. Сливочное масло 30 грамм. Клубника 500 грамм. Ягода закипела с сахаром. Добавляю кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал 30 грамм. Начинка готова. Оставляю ее остывать. Для теста мука 250 грамм. Сахар 50 грамм. Сливочное масло 100 грамм. Измельчаю в крошку. Получилось песочное тесто. Тесто крошка. Немножко тщательно перемешиваю. И тесто готово. 2 яйца. Добавила щепотку соли и капельку лимонной кислоты. Сахар 100 грамм. Добавлю в процессе взбивания. Добавляю крахмал 40 грамм и сметану 400 грамм. Крем готов. Выпекаю на противне размером 28 на 30 сантиметров. Высыпаю тесто. Это все распределяю. Теперь клубника. И крем. И немножко сверху крошка. Духовка разогрета до 170 градусов. Отправляю выпекать минут на 25-30, в зависимости от вашей духовки. Пирог готов. Выпекала 30 минут при температуре 170 градусов. Он горячий, только что из духовки. Оставляю его остывать. Пирог остыл. Разрезаю его на две половины. Я сейчас буду делать из него торт.
Красавчик. Можно ягодками и пудра. Я решила сделать 4 слоя. 2 слоя.